Клип на композицию «Удорская плясовая» набрал рекордное количество просмотров. Всего за несколько дней ролик увидело более 86 тысяч человек. Исполнители Коми Фолк, Владимир Трошев и Василий Хорошилов. Яркая мелодия, аутентичные костюмы, зажигательные танцы и, конечно, красоты Коми. Клип погружает зрителя в атмосферу настоящего народного гуляния. Правда, в конце выясняется, что все увиденное – лишь сон. Съемки клипа проходили в селе Брыкаланс, которое находится в Ижемском районе. Ролик никого не оставит равнодушным. Доказательство тому – растущее количество лайков и только положительные комментарии под видео. И то ли еще будет, говорят музыканты, впереди новые хиты.